Казахстанцы уже строят планы относительно разрешения снимать пенсионные накопления для покупки жилья. Будет ли эта сумма облагаться подоходным налогом? Поговорим об этом с экономистом Арманом Байгановым. Добрый вечер. Добрый. Арман, подскажите, вот в действующем законодательстве в каких случаях пенсионные накопления облагаются налогом? Вообще, изначально, когда заработную плату удерживают, ну, примерно, если у вас зарплата, грубо говоря, 200 тысяч тенге, с первого удержания происходит 10% пенсионных взносов, это 20 тысяч, а подоходный налог уже удерживается не с 200 тысяч, а со 180 тысяч, 10%. Выходит, изначально эти 10% пенсионных налогов, которые раньше удерживались, с него налог не взымалось, а он относился на вычеты. И, соответственно, это так налоговым законодательством сделано, чтобы, возможно, и стимулировать пенсионные отчисления, чтобы в будущем население получало пенсионных средств инвестоходы, чтобы инвестировалось. И потом при выходе на пенсию именно с этих пенсионных накоплений уже идет как бы удержание подоходного налога. Так как ранее с этих вычетов пенсионных накоплений удержание не взималось налогообложение. А какие у вас ожидания? Правительство пойдет навстречу гражданам, ведь все это делается ради улучшения качества жизни казахстанцев? Ну, возможно, это надо было в свое время изначально в налоговом кодексе было бы это прописать, вот эти процедуры, чтобы стимулировать пенсионное отчисление, что в будущем не будет взиматься именно подоходный налог с ваших пенсионных отчислений, накоплений. Но так как этого нету, это надо заново вносить на обсуждение, чтобы для законодательным актом это все закрепить по логике вещей. Спасибо. С нами на связи был экономист Арман Байганов. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация.